В рамках национального проекта здравоохранения Славянский район стал одним из 12 муниципалитетов Кубани, которые получили новые машины скорой помощи. Современный автомобиль реанимации уже доставлен в Славянскую ЦРБ. 4-я бригада номер 4. В автопарке отделения скорой помощи Славянского района находится 13 автомобилей. 8 из них обслуживают население города, остальные – сельских поселений. Новый реанимобиль пришел на замену старой машины. Получен он в рамках нацпроекта здравоохранения. Данный автомобиль был необходим жизненно, скажем так, потому что это реанимобиль. То есть он укомплектован более лучше и современнее. По происшествию 5 лет идет замена автомобилей. Мы меняем автомобиль в городе, он 2012 года, на современный, новый, оснащенный реанимобиль. Я думаю теперь, что скорая помощь обслуживать более качественней. И доставка экстренных больных в город Краснодар и на места быстрее, качественнее. То есть он необходим нам. Автомобиль реанимации российского производства. Укомплектован он всем необходимым современным оборудованием для оказания экстренной помощи пациентам. Спецтранспорт оснащен дефибрилляторами, трехканальными электрокардиографами, реанимационно-анестезиологическими мониторами, аппаратами вентиляции легких и многим другим. Это у нас вакуумный матрас. Когда у нас большое ДТП для защиты позвоночника, трубчатые кости, разворачивается, накачивается, и больной как в коконе находится, не двигается, уменьшается волевой синдром. Такая комплектация автомобиля с современным медицинским оборудованием позволит оказывать помощь на более высоком уровне. Сейчас проводится оформление автомобиля. Как только все необходимые документы будут получены, реанимобиль приступит к работе. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».